Вы знаете, все это глобализировано и интернационализировано. Если вы думаете, что богатая Россия с этим справится, ошибаетесь. Я разговаривал со многими президентами, ну и со своим старшим другом, старшим братом, я его называю, Путиным. Я его предупредил. Этому противостоять нельзя. У вас есть возможность блокировать эти телеграм-каналы? Нет, ни у кого. Даже у тех, кто всю эту паутину придумал. Американцы. Вы же видите, что там творится. И телеграм-каналы там играют ведущую роль. Но им-то и стоит. Это они затеяли, они это начинали. И притом давно. Ни Россия, ни Беларусь это затеяла. Это они всегда этим занимались. И получили. Поэтому, ну, Господь с ними. А мы пожинаем плоды всего этого. Убрать интернет и прочее. Даже если интернет сегодня убрать, телеграм-каналы эти с Польши будут работать. Поэтому вы не расслабляйтесь. У вас тоже скоро определенные политические события, а может быть и на ровном месте. Знаете, мы к чему пришли вместе с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь рухнет, следующей будет Россия.